Я еще помню жизнь до войны. Помню, что когда-то мы были другими. Мы жили там, наверху. Мы были хозяевами всей земли. Мы возводили огромные города из стекла и стали. Мы бороздили океаны. Мы подчинили себе небеса. Нас было 7 миллиардов. Мы не были предназначены для жизни в пещерах. Я был рожден, чтобы дышать свежим воздухом. И я это помню. Миллиардов сгинули в последней войне. От них осталось всего 50 тысяч человек, укрывшихся под землей, поверхность которой была отравлена, сожжена и кишела чудовищами. Может быть, радиация наверху когда-нибудь ослабеет. И наши внуки, или внуки наших внуков смогут вернуться туда. По крайней мере, мои названные братья, бойцы нашего ордена, в это верят. В общем, надеяться нам сразу было не на что. Но мы, люди, просто не умеем сдаваться. И не сдались. А собрались силами и попытались превратить метро в настоящий дом. Дом для нас всех. Ведь эти туннели вполне могли оказаться последним пригодным для жизни местом на Земле. Какое-то время нам казалось, что все получится. Но, к сожалению, война не убила наших старых привычек. Во тьме туннелей наши пороки разрастались, как плесень. И когда с поверхности пришла беда, лишь немногие встали на ее пути. И с каждым днем их становилось все меньше. Но я помню, что мы были рождены для другой жизни. И не согласен умирать под землей. Пусть меня считают идиотом. Но если остался еще хоть осколок того старого мира наверху, я должен его найти. Между годами серого существования и мигом надежды, я выбираю надежду. Я должен поймать сигнал.
Артём! Артём? Артём, какого хрена? Ранен! Артём, держись, дружище. Да они его, считай, помяли только. Возвращаются. Всем внимание. Нашелся герой. Чё с дороги! Ночь на станции. Но врачам я сказал... Понял, открывай тогда! Вперёд! Смотри, спартанцы! Опять Артём по поверхности шастал. Делать ему, дураку, нечего. Прикути язык. Он же нас спасал. Князь, подожди! Куда дальше-то? Налево, через площадь! Дамир, как считаешь, полковник в курсе, чем Артём тут занимается? А мне откуда знать? Сам у него спроси. Он с кольца на связь выходил, завтра будет тут. Откуда взяла, если свет еще не включили? Эй, а ну отстаньте от него! Я сам убил из рогатки! Брось, Дамир! Пусть учится защищаться. Как в метро убил? Слабакам не выжить. Охрана, подъем! Держись, Тёма. Сейчас мы тебе вольем свежей спартанской крови. Артём, проснулся наконец-то. Доктор сказал, все будет хорошо. Ты меня окончательно сосвету жить решил? А что, если ты в следующий раз не вернешься? Ты пойми, нет там никого. Некого искать, не с кем говорить. Неужели ты думаешь, они бы за столько лет не объявились? Мы уже столько раз об этом говорили. Смирись ты, наконец. Выжили только мы. Полковник! Здравствуй, Саныч. Все, не успокоишься никак. Уперся, как баран, сколько я тебе уже говорил. О себе не думаешь, это ладно, твое дело. Хоть убейся из-за фантазий своих. Но ты о ней думал, она же тебя, дурака, любит. Папа, не надо. Ты из Ордена ушел ради этого. И я тебя тогда понял, хотя после Д6 людей жуть как не хватает. Но теперь завязывай с этими походами. Есть метро и точка. Больше никого. И метро нужно защищать, понял? Потому что если не мы, то кто? Ты, я вижу, уже в норме. Собирайся помаленьку. Как будешь готов, обсудим ваш переезд в полис. Пойдем, надо поговорить. Я сейчас врача позову. А ты мне пообещай, что это было в последний раз, ладно? Ну, скоро увидимся. Артём, мы вас опять вытянули с того света, но... Люди отдают вам свою кровь, которой может не хватить раненым, а вы постоянно приносите ее сверху радиоактивной. Несправедливо как-то, не считаете? Скажу прямо. Я не гарантирую, что смогу вытянуть еще раз, понимаете? Молодцы все же спартанцы. Артема выручили. Да, молодцы. Здоровяки и такие. Честно говоря, уж и не помню, когда таких видел. Да уж. Только вот на поверхность слишком часто. Немедленно возвращайся в поле. Ну, а что им остается? Служба такая. О, какие люди! Артём, здоров как бык! Но ты, брат, князь, конечно, смотрите. Дал. Тёмыч, как ты, дорогой? Вижу, жив, бродяга. Пардон, ну, сейчас устроим пир. Артёмыч, еще пяток шрамов, и ты будешь неотразим в каждой луже. Как там? Ну, лёд. Ну, ты да хватит вам. Оставьте парня в покое. Брат. С возвращением, Артём. Ладно, все, разошлись. Даю вам 2 часа на все про все.
Ура! О, сейчас ура! А у меня как раз с собой было. Ну вот, начинается. Только, плиз, не как в прошлый раз. Держись, Артём! Тишина. Лично я, Артём, слышу тут только одно, когда зиммитер щелкает. Да еще и эти вон, красавцы, летают там, каркают. Родной, пойдем домой, а? Артём, думаешь, я бы не хотела жить где-нибудь на берегу океана или в лесу? Только толку от таких мечтаний, когда мир молчит. Молчит, Артём, потому что умер. Загулялись мы. Пора фильтры менять. Ну-ка, смени фильтр. Мало в больнице лежал. О, отец меня убьет, если узнает, что я с тобой пошла. А если узнает, что мы были в закрытой ганзе-зоне? Ты тут все руины уже облазил? Видишь, как город разрушен. А у Москвы была самая мощная ПВО в стране. Если тут все в таком виде, представляешь, что в остальном мире творится. Так что тут наверху жизни нет. Метро наш единственный дом. Может, все же вернешься в Орден? Переедем в полис, а? Отец квартиру обещает. Потому что если не мы, то кто? Квартира. Со своей кухней и душем. Так, давай по одному, чтобы не завалилось. Теперь ты. Самое худшее, пожалуй, позади. Черт! Слышал? Фонарь потуши. Что мы с крыши спускаемся и затаились. Умнее, твари. Ничья. Повезло нам, что твари ненавидят друг друга не меньше нас. Не пойму, почему эта зона закрыта для сталкеров. Фон обычный, твари те же, что и везде. Стой. Вот и Тая. Ну что, устроим их на могилу, пока? Или подождем, пока приведут?
Ждем. Все, похоже, можно идти. Хорошо, что не заметили. Здоровая была стая. Может, потому зону запретной и объявили? Ну, раз тут стаи такие здоровые. Давай через мост, чтобы железку не обходить. А то тут и так до метро далеко. Черт, высоко. Слушай, Артем, закинь меня наверх. Черт! Давай ты. Рычало что-то здоровое, но далеко. Ничего себе метель! Не видно ни черта! И не слышно! Переходим на рации! Что за черт? Артем, ты тоже видишь? Чей? Откуда? Я же не сплю, правда? Сойти паровоз! Откуда же? Вот зараза уходит! Артем, что делать будем? Смотри, наши из Ордена. Наверное, тоже за поездом гонятся. Артем, давай к ним! Эй, запрыгивайте! Разобрались бы сначала, уроды! Да Артём, слава богу, это не Орден, ганзовцы, козлы. Ох, ну и видок у тебя. Ну ничего, отец им задаст. Дочка, а что у вас тут в Москве-то вашей происходит? В смысле у вас тут в Москве? Можно подумать, вы не отсюда. Так не местные мы, деревня наша километров 200 отсюда. Какая деревня? Вы не из Москвы? Деревня как деревня. Пришли в Москву за отцом его. Он год как с мужиками сюда подался, и ни слуху, ни духу. А тут нас эти вот схватили. Там что, есть жизнь? А чего ей не быть? Не везде, конечно. Мест гиблых много, и нечисти развелось. Но живем помаленьку. Артем, ты был прав. Там правда люди живут. Мы не знали. Думали, мы одни спаслись. Господи, приехали. Мы теперь всему метро расскажем. Папка и пацан на выход. Эй, я не поняла, вы же нас черти куда завезли? Ничего, разберутся. Противогазы хоть верните. Нам противогазы не понадобятся. Дурак, а мог бы жить дожить. Поехали. Ах!
Как-то прорвались. Она работает. Повезло. Держи, как не смотри, жопа, а не честно. Пали. Выход законсервировать. Ну и прибрать, что осталось. Внимание! Включение поворотного круга. Если не заткнешься, отправишься в котлован. Смотри, если выйдешь, значит одумался. И что больше никаких. Не люди. Как же так? Что же поделать? Тварь, небось, страж! Человек? Как вы... О! Господи! Так это она про вас кричала! Живой! Вы за ней? Так... Я помогу. Хоть какой-то толк с меня. Так, девушку отвели на допрос к начальнику базы. К парадному входу провести не смогу. Охраны куча, но в обход может и получится. Идемте, только не спешите. Заметят и конец нам обоим. Стоп! Вам на свет лучше не показываться. Давайте-ка вот как сделаем. Вы отключите щиток освещения, а я пока этих отвлеку. Шумите. Исправляешься. Видите лестницу? Тихонько подберитесь к ней. Держите стены. Ермак, ты что ли? Бригаде техников. Чё ты там бормочешь? Иди сюда, помоги починить. Так точно, уже бегу. Давай, давай, у тебя-то руки точно не из жопы. Куда да что? Иди лучше здесь проводку проверь. Все под контролем. Не парься. Давай, давай. Стойте. Шевелись, тараканья. Придется вам его вырубить. Сумеете? Только не шумите. Че ты там бубнишь? Не надо, блин. Не твое дело. Вообще, что ты тут встал? Вон тебе какой завал еще разбирать. Эй, Герман, пора тебе на свалку. Старость не рады. Стойте, выключите лампу. Так, идемте.
Погодите. Стойте. Вот ведь прямо сюда смотрит. А нам в ту дверь нужно. Попробуйте отвлечь его. Вон мусор всякий. Киньте рядом, может, сработает. Отлично, теперь кидайте. Надеюсь, шум его отвлечет. Бросьте банку и отвлеките охранника. Не мешкайте, бросайте. Отлично. Идемте скорее. Проходите быстрее. Удачи вам. Почему вы прячете Москву от мира и мир от Москвы? Да потому что война все еще идет, а вы как дети малые. Тревога! Скоро вся охрана здесь будет. Черт! А, не стреляйте! Тёма? Я с ним! С вами! Бежать вам надо! Ваше, оно вместе лежало, я и умыкнул. Надо бежать, пока они не разобрались. Охрана! Быстрее, сюда! Вам надо пробраться через двор, вон в те двери, откуда охрана выбегает. Идемте. По всем неизвестным огонь открывает... Ермак Андрей Иванович, машинист паровоза. Бегите. Главное, проберитесь в ангар, а там Бог даст вывезу вас. А меня не знают, внимания не обратят. Андрей Иванович, зачем вы нам помогаете? У меня была... позже расскажу, надеюсь. Берегите себя. Тёма, здесь враги. Подсади меня. Видно плохо, вьюга началась. Тёма, не забывай про датчик видимости. Заметить тебя сложно, и индикатор не горит.
фонарик, включай зря, могут заметить.